Атабаэхсан представляет. Лжесвидетельство и сокрытие свидетельства. В исламе, который основан на справедливости, лжесвидетельство является большим грехом, так как оно способствует наказанию невинного и безнаказанности виновного. В хадисе лжесвидетельство приравнено к ширку. В другом аяте Корана сказано: смысл: «Избегайте лжесвидетельства». Сура 22, аят 30. В хадисе сказано: «В судный день лжесвидетель не сдвинется с места, не иначе, как ему определят место в аду». Лжесвидетельство является частью большой лжи, про которую Аллах в Коране говорит. Смысл: «Не направит Аллах лжеца по истинному пути». Сура 40, аят 28. Однажды пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Рассказать ли вам про наибольший из больших грехов? Это ширк Аллаху, непослушание родителям и лжесвидетельство». Последнее слово он повторил несколько раз. Если по чьему-то лжесвидетельству другой получает неполагающееся ему имущество, харам, то лжесвидетель совершил два насилия, зулма. Одно против истинного владельца, другое против того, кому оно досталось, и из-за этого он удостоился ада. В хадисе сказано: «Тот, кто из имущества другого получил неположенную себе долю, получит вместе с ней и долю огня из ада». Таким же большим грехом является скрытие свидетельства. Аллах говорит в Коране, смысл: «Не скрывайте свидетельства, кто скроет, тому грех». Сура 2, аят 283. В хадисе сказано: «Если кто скроет свидетельство, это равно лжесвидетельству». Братья и сестры, таких аятов и хадисов можно привести очень много. Но и тех, что привели, по-нашему достаточно, чтобы понять, каким грехом является лжесвидетельство и скрытие свидетельства. Кроме того, совершивший этот грех несет ответственность за все последствия, повлекаемые лжесвидетельством и скрытием свидетельства. Да убережет нас Аллах от грехов и несчастий. Амин. Не забудьте подписаться на канал. А также, чтобы быть в курсе новых публикаций, нажмите на колокольчик. Мир, милость и благословение Аллаха всем нам!